Ну, по-моему, я не знаю, наверх мы поднялись или вниз. Здесь вода. Здесь как-то менее все разрушено. На эту входную дверь необходимо подать питание. Инструкция. Осмотрите окрестности на предмет. Так, на это надо подать питание. Туда нужно зайти. Допустим. Все сломаем. Допустим. Так, а там у нас не сбилось, да? А там ничего не сбилось. Познакомьтесь с новым элементом головоломок. Это временной портал. При прохождении через него все сохраненные данные перемотки ближайших кубов стираются. Обратите внимание, перемещать энтропийные кубы через временный портал нельзя. Они просто сгорят. Так, хорошо. А поднять мы можем просто? Да, все отключается. Так, ну допустим, пускай там стоит. А нам надо сюда перекинуть, да? Ну понятно. Будем проходить по-быстрому. Насколько это возможно. После наведения на куб нажмите R, чтобы удалить перемотку времени куба. Что это? Внимание, вероятность катастрофического события на Земле возрастает. Выявлен урон внешнему энтропийному куполу, зона 4, сектор 7. Информация не предоставляется в связи с выявлением. У специалиста по решению задач головоломок чего-то там. Да брось, мне-то смерть. О, замечательно, лучше бы я не спрашивала. Предписание выдвинуться в кабине управления для анализа текущей ситуации. Мы движемся в верном направлении. Так, очень быстро они тараторят. Иногда, видимо, даже текст не успевает до конца показываться. Так, это лифт, значит, чуть-чуть поднять. Так, ну там неплохая зона отдыха. Нам туда не попасть. Так, R. А вот так вот мы теперь можем кидать. Так, а если мы нажмем? А, и все, то есть мы убрали, да? Остановить обратную перемотку, это ладно. Так, а нам теперь сюда ничего не забрать. Так, хорошо, вот здесь что-то интересно. То есть, короче, на R мы нажимаем, мы сбрасываем все время. Все, теперь мы никуда перемотать, но только до этого момента. Так, хорошо, значит, как-то по-другому здесь надо. Отсюда мы его взять не сможем. Максимум вот так. Это вряд ли нам что-то даст. А нам нужно его забрать оттуда. То есть, получается, вот этот мы должны сделать здесь. Потом взять его с собой, скорее всего. И сбросить вниз. С другой стороны, по-моему, что-то не... А, нет, все понятно. Все понятно. Вот это должен был стоять здесь. Потом мы отсюда его перетаскиваем сюда. Это мы просто приподнимаем. И это должен у нас стоять.
А, так, в принципе, туда и ставить-то не надо. А мы это здесь вставляем. Это переключаем просто сюда. Все намного проще. Предупреждение, энтропи-центр. Отслеживаемый в настоящий момент катастрофическое событие на Земле. Помехи сейчас существует 40% вероятность. Спасибо. Пожалуйста. Это я пока не знаю, что делать на самом деле. А, мы только одну можем откручивать. Ну, приподнимать. Она наверх, да? В смысле? А в смысле? Мы же должны открыть. Так нечестно. Мы же должны открыть дверь. Так, мы пройдем нормально, как надо. Неправильно. Что мы должны сделать? Так, как бы ее туда перекинуть? А, ну, в принципе, вот с помощью вот этой. Ставим ее здесь. Потом ставим ее сюда. Так, точнее, отсюда сюда. Эту мы забираем. Ну, так, по идее, правильно. Теперь мы ее отматываем туда. С этой попадаем туда, потом то отматываем обратно туда. Вот, по идее, вот эта дверь должна быть закрыта. Мы должны сюда поставить ящик, она открывается, мы проходим дальше. А не через баги. Сначала предупрежу вас, сотрудники очень часто застревают здесь и не могут справиться с данной задачей. Удачи! Почему ты не можешь просто рассказать? Я не могу этого сделать. Это полностью противоречит принципам, по которым меня запрограммировали. Ну и естественно, если вы будете знать решение, выработается энтропийная энергия. Ну да, естественно. Так, можно зайти в офис. Головоломок. Мастер головоломок. Головоломка 0604. 12 февраля. Вы тоже застряли на задаче 0604. Она такая сложная. Я мучаюсь с ней уже где-то 2 дня. Может, у вас есть какой-нибудь совет? Я немного переживаю по поводу оценки моих результатов в конце месяца. Отдел специалистов по решению задач головоломок, энтропи-центр, подсказки по решению головоломок. Уважаемый специалист по решению задач головоломок, мы получаем все больше сообщений о том, что энтропийные головоломки больше не генерируют энтропийную энергию. Это значит, что сотрудникам было заранее известно решение задачи. Такое могло произойти только в том случае, если они заранее тайно обсуждали решение разных задач. Помните, обсуждение решений задач головоломок запрещено, поскольку оно не позволяет получать энтропийную энергию. Кроме того, показатели вашей отчетной карточки при этом будут хуже, чем в том случае, если вы обратитесь к наблюдателю и честно признаете, что застряли. С наилучшими пожеланиями. Отдел специалистов по решению задач головоломок, энтропи-центр. Так, хорошо. Собраны данные. Нам получается 2 текста, поэтому нам плюс 2 и дали. Чем они застряли? 0 04 06 04. Есть только 0 2 04. Так, 1 куб есть. Так, ну по идее, должен потом туда, тут у нас только 1 куб в наличии. Если мы туда его поставим, потом его надо как-то будет забрать. Как нам это потом сделать?
за баги. Угу. Это интересно. Но там горит зелененьким. Это все равно заблокировано. Так, хорошо. Всего надо поставить туда. Пока на самом деле не очень понятно. Так, мы не можем туда его закинуть. Так, просто мы его закинуть туда не можем. Так, понятно, мы должны его поставить сюда. Все, все ясно. Я думал, его надо сюда ставить, по идее. Не надо его никуда ставить. Делаем так, делаем так, делаем так и кью. Все намного проще. Поздравляю с решением головоломки. Ваша скорость была ниже средней. Вздыхает. Я фиксирую избыточные показатели когнитивной функции и угнетенности. Вам требуется отдых? Я в порядке, спасибо. Всегда пожалуйста. Так, там все двери закрыты. Здесь можно что-то прочитать. Welcome. Надо нажимать, да, или туда идти. Нажмем. Why? Почему? Begin. 9.17. Так, ладно. Мне это ничего не дало. В принципе, мне здесь ничего не дало. Никаких подсказок. Одежда. Предупреждение энтропий-центра. Вероятность катастрофического события на Земле в настоящий момент очень высока. Просьба задействовать экстренный энтропийный протокол. Ох, думаю, это очень-очень плохо. И будет еще хуже. Так, это по-любому сюда, наверное. Это по-любому надо забрать. Есть одна, есть вторая. Здесь, видимо, можно спрыгнуть, да? Открыть, открыть. Дверь закрыта. Так, ну, собственно... А, сверху, наверное, надо скинуть. То есть сюда, потом отсюда мы спрыгиваем. Сюда ставим. Это мы забираем. Это мы возвращаем. Все ясно. Движемся куда-то дальше. Либо вверх, либо вниз. Внимание, на Земле вот-вот произойдет катастрофическое событие. Все сотрудники-энтропийщики вызываются на главную палубу. Это про вас, Ария. Громкий, страшный мужской голос сказал, что в настоящий момент доступен 0000. Один сотрудник. Спасибо. О, это и правда только о вас. Стоп, я тут что, одна? Так, катаклизм менеджмент. Вызвать лифт. Так, собрано, да, у нас 7 штук было. Ничего нету. Да, может быть.
Ладно, ничего нет. Значит, нам надо наверх, да? Так, с этой стороны ничего. Так, как тебе немножко отмотать? Обратная перемотка к Ю. Так, здесь закрыто, да? Там тоже ничего нет. Так, на лифте мы, наверное, все-таки поднимаемся. То есть у нас, наверное, сейчас будет уже 0301, то есть третий этаж, видимо. Мы куда-то на самый верх поднимаемся. Пазл 0301, да. Познакомьтесь с новыми элементами головоломок. Это прыжковые кубы. Встаньте на один из них, и он тут же подбросит вас вверх. Слушай, Астра, ты уверен, что нет более короткого пути? Центр практически целиком состоит из зон задач головоломок. Поверьте мне, это кратчайший маршрут. Кроме того, вы занимаете должность специалиста по таким задачам, а значит, их решение – ваша обязанность. Верно. Хотя сменить карьеру никогда не поздно. Так, подпрыгнули. Так, ладно, теперь будем прыгать. Ясно. Все ясно. Там наверх. Не, ну наверх мы явно не выпрыгнем никуда. Это было бы прикольно. Можем сюда поднять ее. А вдруг сможем? Просто ради интереса. А, мы ее, наверное, даже здесь поднять-то не сможем. На Е уже не нажимается. Ладно, не получится. Так, все. Поскольку вы мало что помните, я уполномочена заполнить с вами опросник. Вопрос номер один. Как вас зовут? Ария. Полное имя? Ария Адамс. Вопрос номер два. Сколько вам лет? 27, кажется. Ух ты, вы прекрасно выглядите для своего возраста. Хорошо. Вопрос номер три. Появлялись ли у вас последние 6-8 месяцев мысли или идеи по поводу... Что? Нет, что у тебя за вопросы? Вопрос номер четыре. Вы любите кошек? Господи, Астра. Спасибо за заполнение опросника для новых сотрудников. Ваше личное дело добавлено пункта любви к кошкам. Вздыхает. Как-то она быстро тараторит. Так, что там было в третьем вопросе? А, там у нас вопрос был по поводу геноцида или уничтожения всего мира. Да, хороший вопрос. Так, что у нас здесь? Кто-то открывается наверху. Так, попасть наверх. Это нам тоже, наверное, надо забрать как-то. Так, скорее всего, вот это нам надо забрать. Это, скорее всего, должно стоять здесь. Видимости. Так, еще наверх. Это, видимо, сюда. А, сначала надо что-то туда поставить. Теперь сюда. Так, теперь, что мы делаем здесь? А сюда, кстати, по-моему, можно было запрыгнуть. Сейчас запрыгнем сначала. Ну, это тоже что-то типа мини-секрет. Элли Саликан, хочу рассказать о суперкрутой идее. Том, простите, это снова Том. Том, парень с идеями, вы меня уже знаете. Хе-хе.
Мне только что пришла в голову блестящая мысль, как насчет энтропийного футбола. Одна половина команды перемещается во времени вперед, другая назад. Ох, это уже так круто. А теперь накачиваем их бутсы энтропийной энергии. Каждый их удар по мячу будет менять направление его энтропийного времени. Возможности тут бесконечны. Это будет бомба. Спасение панд, тушение лесных пожаров, выход из климатического кризиса. Забудьте, теперь у нас есть энтропийный футбол. Элли, здравствуйте, Том. Спасибо за ваше письмо. Хочу еще раз обратить ваше внимание на мое предыдущее письмо. Все это выглядит не совсем профессионально. Возможно, вам стоит спросить своего непосредственного руководителя, корректно ли направлять предложение непосредственно мне. На мой взгляд, вам следует сначала обсудить их в группе и получить одобрение. Это Юль. Эрик Ноус, Том. Элли, здравствуйте, Эрик. Это Элли из отдела по планированию развития. Я получаю слишком много презентаций от некоего Тома, причем все они с коммерческими идеями. Просто хотела сказать, что хоть я и восхищаюсь его уверенностью в себе, ему стоит немного сдержать свой пыл. Напомню еще раз, это что отдел по планированию развития ищет способы применения энтропийной энергии, имеющие гуманитарную направленность. Спасибо, Элли. Так, Эрик. Здравствуйте, Элли. Спасибо, что написали об этом. Простите, очень неудобно перед вами. Я понятия не имел, что Том отправляет вам презентации. Могу уверить вас, что со мной он их предварительно не согласовал. Это в целом в духе Тома. У него полно отличных идей, и в этом он большой молодец. А вот с самоконтролем все не так хорошо. Думаю, он просто очень рад тому, что здесь работает. Попрошу его, чтобы с новыми идеями он в первую очередь обращался ко мне. Спасибо, Эрик. Так, ладно. 9. Нашли 9 записей. Так. На чем мы остановились? Это сюда. Потом сюда. Потом сюда. Потом... рано. Потом это обратно. Потом сюда. Так, нам же надо потом будет здесь, да, открыть? Значит, получается, сначала сюда еще кидаем. А, ну, в принципе, мы можем пройти сюда. Да, так, наверное, проще. Выход. Так, 0303. Примите к сведению, если прыгнуть на прыжковый куб с большой высоты, он подбросит вас на большее расстояние. Только не забывайте группироваться. Так, ну, видимо, там надо перепрыгнуть. Скорее всего, здесь. А, здесь тоже, да? Так, а здесь сбросится все. Значит, надо сейчас перемотать. Так, все хорошо. Там ничего не было внизу. По-моему, там экран горит. Придется все перепроходить. Не горит. Печально, печально. Так, себя перебросить обратно во времени нельзя. Ладно, я думаю, мы что-то там прочитаем. Там оказалось, ничего нету. К сожалению. Ну и теперь, получается, мы не можем никуда это перебросить, да? Некий автомат. 0304. Так, мы под конец уровня. Их
Экстренное сообщение энтропи-центр. На Земле продолжается катастрофическое событие. Всем сотрудникам энтропийщикам прибыть на главную палубу. Спасибо. Мы уже близко? По моим расчетам, нас отделяет от главной кабины управления всего одна зона головоломок. Ага, хорошо. Чем быстрее я это решу, тем быстрее мы там окажемся. Так, ну под конец этого уровня на этом этаже, скорее всего, будет... Опять что-то на скорости, все рушится будет. Так, я так понимаю, нам надо это забрать. Сюда надо две, да? Так, ну то есть это наверху стоит. Мы с ней спрыгиваем вниз. Делаем так, делаем так. Это ставим сюда. Это возвращаем наверх. Забираем. Ставим так, опять же сюда. Сюда теперь вниз. Довольно-таки просто. Внимание, началось катастрофическое событие, приводящее к концу света. Требуется экстренная перемотка. Просьба задействовать энтропийный аппарат для запуска перемотки Земли. Так, перемотки Земли. Пока ничего не падает. Пазл 10, музей. Там закрыто. Короче, только прямо. Это Земля? Астра? Кряхтит от боли. Что тут происходит? Что случилось? Предписание активировать энтропийный аппарат. Так, короче, Земля взорвалась, нам надо ее откатить обратно, да? Где какая-нибудь кнопочка есть? А вот это, вот здесь, наверное, взаимодействовать. Ошибка, необходимо задействовать все. Эти кабели ведут к двум переключателям. Должен быть здесь способ задействовать их оба. Аварийный выход открыт. Так, один открыли. Так, ну взрыв немножко на самом деле замедлился, то есть он остановился там немножко. Идет какое-то искажение, тем не менее, дальше не разрушается. А вот теперь, походу, разрушается. Да нет, все так же. Так, где провод? Куда-то сюда. Он опять, наверное, сломается. Так. Все ломается. Так, получается, мы находимся не на Земле, а на какой-то действительно космической станции, что ли. Тут купол какой-то. Мы находимся вне Земли. Понятно. Не надо было отсюда этого делать. Я пока еще просто не понимаю, куда мне идти. По идее, по логике надо было. Опять наверх.
По логике надо было вернуться и пойти просто в другую дверь. Ладно, здесь, в принципе, быстро. Пока нажимать ничего нельзя. Нажал, нет. Так, все, одна открылась. Ну, короче, та, наверное, пока не откроется. Так, вот волной нам снесло вот это. А здесь? Здесь тоже снесло. Там все снесло. Там туда потом. Ладно, попробуем не умирать, потому что перепроходить очень далеко. То есть, если мы здесь прям появлялись, было бы хорошо. Здесь, наверное, сохранения нету, F5 не работает. Так, смотрим, что там останавливается. Главное, чтобы по нам не прилетело больше. А вот здесь вторая кнопка. Управление энтропией теперь активно. Энтропией. Так, сейчас что-то снесет, да, опять? Дверь так и закрыта. Что это меня подкинуло вот это? Энтропийный аппарат включен. Запуск процедуры активации и перемотка земли будет осуществлен через 5-4-3-2. Ошибка недостаточной энтропийной энергии. Сбой энергореактора. Катастрофическое событие все еще продолжается. Почему он не работает? Я думал, мы делали все, что нужно. Требуется энтропийная энергия. Предписание отправляйтесь к энергореактору для проведения его обслуживания. Проходить по пути рекомендованные зоны головоломок. Астрия, я не понимаю, что происходит с Землей. Сохраняйте спокойствие, мы все еще можем перемотать катастрофическое событие. Ладно, но это ведь не имеет никакого смысла, Астра. Вы справитесь, вы уже это доказали. Ясно, спасибо, Астра. Тогда продолжаем. Аварийный выход открыт. Так, ну то есть, короче, они здесь постоянно перематывают землю обратно. То есть и в конце игры мы, наверное, узнаем вообще, из-за чего этот взрыв происходит. Скорее всего. Так, 0-4. Поднимаемся, видимо, на четвертый этаж. А всего их, походу, 7. И, ну, игра, наверное, не короткая.